вообще на полном пассиве. Суть заработка заключается в том, что вы смотрите рекламу и вам за это платят. Вот во вкладке задания нажимаем на вот эту вот картинку, запускается реклама, которую необходимо посмотреть до конца. Реклама просмотрена, закрываем ее, и нам за это заплатили 0,10 рублей, то есть 10 копеек за один просмотр. Вы прикиньте, обычно в таких приложениях платят по 3-4 копейки за просмотр, но есть пару щедрых приложений, где платят там по 7, по 8. А тут 10, то есть 10 реклам посмотрели, это уже 1 рубль на балансе. Но самый кайф в том, что тут можно запустить пассивный заработок с помощью автокликера, и сейчас покажу, как это сделать. Скачиваем абсолютно любой автокликер, запускаем его, и сейчас автокликер будет за нас открывать и закрывать рекламу, но перед этим ему надо показать, куда и когда ему нажимать. Для этого нажимаем вот на эту вторую кнопочку и делаем первый клик на запуск рекламы. И сейчас нам нужно подождать примерно 30 секунд. Ждем именно столько времени, потому что 30 секунд может